Поддержка. Вот такой вот обед. Вот такой вот красотка. А вот сама я. Вот. О, это вот тоже я. Сейчас во все тусовки ворвемся. Вон у нас там море. Мы в Дубае, кстати, если что, встретились. Так, на нейтральной территории. Еще раз. Едем по Леновку. Едем по Леновку. Еще? Хоть. Моем помидоры, огурцы. Помыли помидоры, огурцы. Идем. Вот, смотрите. Помыли. Алиса, включи там, где прошла ты. Там светила луна и играла волна. Синхронизировались наши, я хочу изучать. Я внимаю тебя, тебе меня теряю. Все, мы пошли хавать. Влада приготовила завтрак. И мои любимые конфеты. Ферреро Роше. Ферреро Роше. Ферреро Роше. Смотрим. Извиняюсь. О, а, блин, пропустил. Она близко, но будто бы вдали. Она близко, но будто бы вдали. Да, 8 часов, блядь. Я недавно поняла, что я очень хочу сняться в рекламе сосисок. Я увидела сосиску очень вкусную. И я такая думаю, блин, я бы так ее отрекламировала. Вообще. Я бы ее так отрекламировала, блин. Но больше всего я обожаю клинские сосиски. Клинские — это просто типа мой рай. Я всю жизнь готова жить на макаронах сосисками. Такие мы красотки, конечно, я в шоке. Так, надо собирать танцпол уже, ё-моё. Конечно! Красотки. Красотки? Все быстро скажут, что мы красотки. Быстренько. Подружка приехала. Подружка. Подписывайтесь на ее канал. Как и на ее. На какой? На твой YouTube канал. Я не знаю, как он называется. Как ну, неважно. Какая разница, как он называется? Вы же где-то смотрите. Да. А, мы едем в Воронеж. Покорять Воронеж. И Воронеж не догонишь. Да. Рок-н-ролл. 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 Мы сейчас сядем на маршрутку. Номер 332Т. И поедем, да, в центр. Будем там гулять. Вот такие у нас луки. Луки. О боже. Кашу.
отдыхать. Просто чил. Расчилиться. Мы будем расчилиться. Мы едем расчилиться. Почему расчилиться? Всегда Кирилл так говорит. Нет, он говорит просто зачилимся. А, ну зачилимся. Мы едем зачилиться. Маша, а ты теперь в Москву поедешь? Я сначала в Рязань. А, в Рязань? Потом наложила салат и ели коврика, и не разогрела, когда горячая. Но она вкусная и так. Такая, кормит ее. Она говорит... Спасибо. Ты сняла? Да. А потом говорит, я буду дружить с бабушкой Зубовой. Она с бабушкой Зубовой зовет. Мама, ну, я не смогу жарить. Что, я могу вот так? И все твое лицо видно. Реально все лицо видно? А ты можешь сделать переход? Нет, ну это лежать, и она, понимаешь, она... Можешь такой переход сделать? Она такая. Можешь такой переход сделать? Ну, Влада. Ой, это пауки. Жду Владу, пока она исправит все свои дела. Нет, не страшно. Я тут с тиграми. А еще я в галошах. Каком? Вайп. Мы остались на даче у Влады. Еще в 2 часа ночи мы будем ждать, когда будут лететь самолеты. А вот ничего, мы тут сплетничаем с моими подписчиками. Смотри, не смахни. Это мой друг. Это, кстати, Петя. Это Петя, а это Вася. Мы с ними познакомились. Как оригинально ты придумала нас. Ну, это мои друзья. Может, так. Разрежем, не хочешь? Включаем музон. Зовем всю Аленовку на тусовку. Вот вам свет, пожалуйста. Че, креветки пожарим? А тут же были пожаренные, они лежали где-то. Мы их, блядь, сожрали уже, вот они. О, ебмая. Я бы булочку вот съела. Ну, просто булочку? Да. Вон, давай туда вон. Не, хотя я ничего вообще не хочу есть. Я... Ну все, пойдем. Дыню, не хочешь дыню? А чё ты надо? А чё ты? А тебе надо? Мне не надо. Рум-тур, конечно. Ладно, пошли туда. Пойдемте. Ладно, только нужно разуться. Конечно, мы снимем свои ботильоны. Так. Снимаем свои боты. Здесь банки на закрывалке. И все для ночного. Сундук, я, блядь, даже не знаю. Боже. Это была настоящая когда-то. Да. Очень классно. Очень классно, что она когда-то была живая. Это Влад ее зарубила такую. Это куница. А ты можешь так же вот так сделать? Да. Сестра близнец. А, это она рот открытый у нее. Давай. О, как похоже. Какая вас не отличить. Вас не отличить. Да. Угу. Кирпич. О! А что про это такое? Что это такое? Это пепельница, наверное. А, нифига, я даже не знаю. Холодильник номер 2, холодильник номер 3. О, тут мороженое есть. Да. Я не хочу. Ковер вот такой. Вот, корзинку грибов соберем. Влада будет с лукошком ходить, малину собирать. Бля, мне кажется, для лука, для моего, не хватает для лукошка. Так, ну мы перешли. Мне кажется, то, чего ты не ожидаешь здесь увидеть. И коляску. Коляска. Закрывай, мне аллергия на пыль. Наш ночлег вот здесь вот происходит. Вот стул вот такой, кресло, игрушки. Страшная кукла какая-то. Вот. Зеркало. Оп. Такая вот комната. Тут уже яркое все. Извините меня, конечно. Вот такое вот все яркое. Вот такой вот шкаф с одеждой. А чё, блядь, он открыт? Еще один такой вот шкаф с одеждой. И еще один вот такой ковер для танцовки. Вот такое вот кресло, чтобы вот так вот оп, сесть, посидеть. А мы там не посмотрели. Диван, чтобы оп, лечь, полежать. Влад, мы тут не посмотрели.
Вот такие вот куртки, значит, шмотки. О! Уа, бабочка летает. Уа, вот она. Уа! Значит, какой-то непонятный чан с едой, наверное, я не знаю. Вот Влада тут уже две банки мороженого съела. Туалетная бумага, конечно же. Конечно же, я. Вот, чайничек вот такой. Какая-то зеленая водица, я не знаю, что это. Влад, ты где? Влад! Ну, Владусь! Ну, зачем она это делает? О! Вот она. Вот. Наши... Ух ты, ёшка, горюшки. Удобненько, удобненько, конечно. Вот всё. Ой, а я не помещаюсь. Ноги не поместились. Все, сейчас будем есть чипсы и смотреть женский форум. Рок-н-ролл. О, Влад, не делай так! Ужас какой. Пиздец. Ну что ты такая? Хотела сфоткать. Это я с братом. Это я с Машей. Какой-то непонятный. Не знаю. Покажи. Когда мне сказали, что ее зовут Маша, но я, блядь, вообще не знаю, кто это. Блин. Вот, очень крутая фотка. Смотрите, какие мы классные. Это с братом. Блин, какой-нибудь нужен фон красивый. О, подушка, супер фон. Ноу. No. О! О, дура, что ли? Зима наступила на меня. Ты уберешь, блядь. Так я пыталась. Обзор. Что, сфоткала? Можно на фоне меня вот так. Вот они. Вот они. Смотри, во-первых, ты снимаешь? Да, конечно же, мы это никуда не вставим. Тоже. А если хотите увидеть тот кадр, на что я сказала, что это мы сюда не вставим, переходите в мой телеграм-канал по ссылке. Да. Ты мне дашь материалы? Спасибо. Материалы. Мы же такие блогеры. Поделишься материалом? Просто иди в жопу, блядь. Завтра будет интересный день. Для вас пройдет всего лишь секунда, а для нас пройдет 12 часов. Чипсы уже там в крошку превратила локтем своим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что у меня? Почему у меня вода вот здесь? Смотри. Ну просто вода. Подведём. Так, рассказывай. Сегодня у нас был... Ай. Подведем итоги дня. Сегодня мы хорошечно... Ты хотела рассказывать? Я рассказываю, рассказывай. Да нет, ты рассказывай. Да нет, ты рассказывай. Да. Знаешь, чего можно... Ну да. Сейчас тихо. Будь здоров. Ой, водитель подумает. Давай, какие-то эти... Ура. Оп. Блин, ты колесо умеешь? Да. Ой, все трусы наружу. Правда было видно? Я не знаю. Ой. Цензура. Вот, пожалуйста. Я что-нибудь сломаю. Отлично. Ровненько? Да. Или вот так ноги были? Нет, хорошо ноги были. Я же акробатка вообще-то. Окей, ла-ла-ла. Как там? Давай, заснимем. Да хорошо, нет, давай заснимем. Отойди, вот откуда ты будешь залетать, чтобы тебя не видно было, надо бы. Комары!
Влад, мы фонарь включили, комары начали летать. Давай. Кушаем. Марина, рыбу похожа. Хвост? Да. Плавник. Семья зеленых. Угу. У них фамилия лук. Total, блядь, green. Есть еще сырники. Давайте они вот эти им по сигналю. Да, сырники, это бэмэй. Ладно, там ребенок открывает. А мы с утра поедем позавтракаем туда, ты как? Очень далеко сел. Ой. Такие вот красоточки просто. Снимем главную красоточку этого вечера. Спасибо. Я в ахуе. Давай. Что было для меня, обгуляй. Жизнь в поле, сейчас потеряй. Скоро беременная. Прикольный такой. Так, о, нихуя, нет. Разор, беги, разор. Сняли красивый кадр. Поляна. Еще раз. Полина Владимировна, продолжить. Кто создал тебя такую? Я гляжу и взор ликую. Ты как будто вся из сказки. Уходим быстро. Уходим быстро. Иди за усырники. Вот так машина. У нас как сырники. Наивняк полный. А у никого нет, да никакой трубочки. Что-то типа... Всего хорошего!